Ой, сними, как я положу. Подожди, не снимай. Давай. Он хочет всех положить в этих. Все игрушки хочет положить внутрь. Всем привет! С вами Аня и Матвей. Сегодня мы будем распаковывать вот такие вот шоколадные шарики с игрушками внутри. И шарики дежавю. Поехали! Давайте потихоньку открываем. Матвей, давай. Первый, Матвей, давай. Ну давай. Ты можешь брать тоже уже. Здесь? Да. Это как кукол-кукол. Первый слой, второй слой, третий слой, четвертый слой. Ну, позови. Я уже сняла. Второй слой, третий слой тоже. Я три слой. Мне попалось. Слоненок? Да. Ой, а что это? Это кто? Это, ребята, а кто это? Там, наверное, должно быть написано. Смотрите, это... Ань, на кого он похож? Написано, пап, написано. Написано? Давай посмотрим. Да. Это... Ну-ка, покажи. Ой, ребята, это какой-то новый герой, мышарик. Я такого еще не слышал. Вы видели такого? Смотрите. Смешарики Дежавю. Покажи. Но это не смешарики Дежавю. Смотрите, вот он. Ага. Это мышарик, а это... Покажи. А это Муня у нас такая вот прикольная. А слушай, а это вообще из смешариков? Вообще смешариков есть Муня и мышарик? Нет? Мне тоже кажется. Ну ладно, поехали дальше. У нас получилось мышарик и Муня. Поехали дальше? Да. Кидайте мусор вон туда. Вы можете киндер вот эти вот с шоколадом вот сюда убирать, а мусор сюда. И все, и потом скушаете. Ну, такая уже была. Так, это у нас... Смотрите, это Петька. Ребят, это Петька. Петька. А это у нас... Это тигриция. Петька и тигриция. Вот тигрица такие вот. У нас была уже. Да? Да, была. Хорошо. Пока у нас все разные игрушки. Так, у меня дальше. Тоже был зеленый. Поехали дальше. Вот такие вот смешарики. Собери всю и круглую компанию. Восточный гороскоп. Собрать всю компанию, круглую компанию? Да. Всю круглую. Ничего страшного, разломался. Мы под... Вот у вас салфетка есть. Одна и вторая. И открою. Так. Это Иго-Гоша. Какой-то лошадка. Непонятный персонаж. Иго-Гоша. Это, ну, видимо, лошадка, да. Матвей подсказывает. Лошадь. Так. И это... Собачка. Толкан. Это кто? Собачка. Толкан. Это собачка. А у нас... Он тут нарисован, что ли? А, вот он. Полканыч, да. Дайте я посмотрю. Полканыч. Вот такой вот он. Папа, так, у давайте нас, дальше. У нас только животные попадают. У нас все разные пока. Смотрите, все разные. Только они вдвоем желтые. Не, ну это же разные. Это мышарик, а это кукарикукыч какой-то. Петушок, Петя. Петушок, золотой гребешок. 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 Гребебок. На киндер застрял. Что?
шоколадки-то вкусные хоть? Ага. Ну я попробую. Ну да, шоколад молочный. Молочный шоколад вкусный. У меня брошь попался. Ну наконец-то, самый известный персонаж. О, у меня Нюша. Опа, тоже на. Известный. Да, тоже известный. Это Нюша. Брошь. А Матвей Нюша. Нюша, да, вот она. Очень легкие имена. И это, папа, это Крош. Папа, а мы вчера смотрели у Дани Ксюши мультик про смешариков, и там один, ну, с рогами стал гусеницей зеленой, да? Ребята, давайте скажем нашим зрителям, кто нам еще не попался. Смотрите, у нас кто еще не попался из вот этих? Ну-ка, Ань, смотри. Зеленый. Как его зовут? Бараш. И... Нет, бараш у нас есть, вот он. Ты не бараш. Ой, Нюша. А, бараш. Значит, у нас... Короче, еще 4 новых персонажа должно быть здесь. 8. Да, 8 мы открыли, здесь должно быть 12, смотри. Вот, 12 штук должно быть, мы пока набрали 8. Вот они у нас, 8 штучек лежат разных. Нам осталось еще 4 новых персонажа. Поехали дальше. Опять! Опять не будем доставать. Да почему не будем? Вот мы покажем, что у нас 2... Уже пошли повторки, вот они, 2 одинаковых. Убирай. Давай, опа. Ну, положи их сюда. Вот ручки, вытирай об этом. У нас одна повторка. Ручки вытри, пожалуйста. Бараш. Ага, да, бараш. Бараш простой. Да, простой бараш нам попался, это новая игрушка. Ну понятно, что жарко же на улице. Опять! Тебе повторка попалась? Опять корова. Дай посмотрим. Давай не будем. Опять корова! У нас уже 3-я корова. Давай, убирай. У меня еще Нюша повторка. Так. Давай, 2 Нюши. Так, мы должны сейчас обязательно найти... Это можешь туда убрать. Мы сейчас должны обязательно найти... 4 у нас... А, или 3 новых игрушки осталось, да? Три? Три или четыре? Три. Четыре. Нюша, Крош. У нас очень много шоколада. Муня. Мы можем Петька. Шоколадный коктейль сделать. Да. И Гагоша. Да. Маша, Мышарик. Мышарик. Полканыч. Бараш. И Тигрица. Так. Опять петушок, золотой гребешок. Опять петушок получился. Ну да, ясненько. Так, у нас осталось... О, зеленый! Вот, смотрите, вот он, этот персонаж, которого мы искали. Смотрите, вот он. Он его зовут Хрум. Его зовут Хрум. Да. Вот, так. Зеленый. Домой. Так. Осталось 3 шарика. 2 теперь. Да, бери ты. Все по-честному. Да. Так, убираем шоколадки сюда. Так будет. Ручки протри, чтобы было удобнее открывать. Бараш! Нет, это Фиса, это не бараш, это Фиса. У него такая же. Фиса ее зовут? Да. Давай найдем. А, вот она, да, Фиса. Фиса, вот такая вот прикольная штучка. Ой, прикольная штучка, прикольная игрушка. Крош! Он у нас уже был. Показывай. А он у нас уже был. Смотри, ставь лайк и подписывайся на наш канал. Все, убираем. Так. Не будем его доставать. Матвейка, у тебя осталась одна последняя игрушка.
одно место осталось. У нас его еще не было. Вот он, наконец-то мы нашли еще одну новую игрушку. Это Шуша. Ребята, это Шуша. Все уже были, по-моему. Ну давай, открывай свою последнюю. Вот у нас... Да, по-моему, все игрушки. Но мы сейчас посмотрим. Мы сейчас, давай, ты последнюю открывай, и мы сейчас посмотрим, сверим. Всех ли мы нашли персонажей, купив вот такую целую огромную упаковку... Шоколадных шариков. Так, и это у нас... Фиса. Итак, ребятки, давайте подводим итог и смотрим, сколько... Нам обещали в этой коробке 12 игрушек из 18 шаров. У нас есть повторки, и мы посмотрим, набрали мы все коллекционные фигурки. Повторку убираем. Нет, это не повторка. Так, теперь каждый берет... Нет. Теперь каждый берет... давайте не так сделаем. Давайте отодвинем вот сюда все. Давайте в шоколад. И разложим... Не, разложим не в шоколад, а разложим вот так вот все разные фигурки. Посчитаем, сколько их у нас. Я сам посчитаю. Давайте поставим. Вот этого убери туда. Давайте поставим. Ну давай, попробуй поставить. Ой, грош падает. Итак, Аня, расскажи, кто у нас попался нам? К нам. Считай, сколько должно быть? Должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Чувствую, что мы собрали все 12 разных игрушек. Теперь Матвей раскладывает. Давай. И можешь, если помнишь, если вспоминаешь персонажа, говори, кто это. Давай. А я буду проверять. Угадал ты или нет? Так, поехали, мышарик. Кто? Мышарик, поехали, клади на стол. Хрум. Клади. И Гагоша. Клади. Петька. Петька, так. Барашка. Барашка клади, так. Крош. Где Крош? Фиса. Так. Полканыч. Так. Шуша. Нет, Шуша. Это ты Муню положил. Ну хорошо, Муню положил, давай дальше. Шуша. Шуша. Нет, желтая вон-то, да. Шуша и Нюша, Муня, так, и тигрица, покажи, все. Все, можно я считаю? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, давайте по этим разложим. Давайте по этим разложим. Давайте. Давайте. И, ребят, что мы хотим сказать своим зрителям? Ставь лайк! И подписывайся на наш канал! Всем пока!